Здравствуйте, наши дорогие садоводы и подписчики! И сегодня конец октября, прекрасный день, и можно начать обрезку наших розочек. Они уже присхвачены морозом, уже не цветут. Я листья как бы заранее не убираю, потому что сразу же обрезаю с листьями. Я сейчас удалю, чтобы вам нагляднее было. Вот это у меня молодая розочка, сажала я в этом году. Вот. И получается, что вот мы удаляем все тоненькие. Вот это вот старый. Вот это тоже какой-то он не функциональный. То есть на нем ни цветочка не было, ничего. И вот у нас от молодой розочки остался один побег. Есть тоже несколько видов обрезки. На юге у них прям высокая обрезка идет. Они там чуть-чуть укорачивают. И чем, мне кажется, севернее регион, тем идет обрезка более как бы короткая. Вот я буду обрезать, вот у меня покрытие, я примерно обрежу так, чтобы у меня очень хорошо все это укрылось на зиму. То есть высоко не буду и низко тоже сильно вот прям не буду. Вот у нас кольцо, здесь почечки. Вот прям видно вот такое вот колечко. Вот оно колечко тоже, вот. Вот, вот даже почечка набухла. Вот если сильную обрезку, то надо вот над этим колечком резать. Я буду резать розочку вот над этим колечком. Вот. Где-то сантиметр сверху наискосок. Продолжим обрезку. Начнем вот этот. У меня куст уже довольно взрослый. Это у меня Аннабель. Белый такой сорт. Мне он очень нравится. Начнем обрезку вот с этой толстой. Вот с этого толстого побега. Вот там вот вовнутрь растет тоненький. Мы его обрежем. Вот он. Так. Здесь мы будем оставлять раз почку, два. Вот второй. Здесь тоже вот над этой. Примерно для себя определили высоту. Ищите почку. Даже можно не считать их. Просто вот решили примерно на такой высоте под укрытие. Вот ищите почечку. Вот это побег внутрь идет. Куста, и он такой тоненький. Мы его обрезаем не прям близко. Вот здесь вот есть такое колечко. Вот оно есть у всех растений. У яблони, когда мы тоже формируем яблоньку, мы вот это колечко, вот кольцо, вот оно. Мы его оставляем. Мы пенек не оставляем. Мы срезаем так, чтобы не было пенька, но чтобы вот это колечко осталось. Также, если мы увидим какие-то молодые побеги, которые не одеревенели, которые розовые, они обычно режутся очень мягко, их мы все удаляем. Я пока таких не вижу побегов у себя. Вот. Оставляем только сильные, которые подготовились к зиме, которые такие жесткие. Вот у нас побег. Вроде бы он такой сильный, хороший, но вот я прям вижу, что он молодой. То есть он прям как и режется он как по маслу, то есть вот даже усилия. Очень мягкий. Вот этот побег, он не вызрел. То есть он начал расти в августе и не успел подготовиться к зиме. Он очень нежный, поэтому я его... Он все равно не перезимует, я его удалю. А когда все розочки вот здесь я обрежу, я обязательно провожу обработку медисодержащим препаратом. Или беру просто ложку медного купороса на столовую ложку на ведро, или беру... бордовскую смесь и по инструкции развожу и проливаю хорошо, убираю вот эти листочки все, которые опали, и поливаю землю перед укрытием.